6 по 10 апреля в Томске проходило первенство России по плаванию в ластах. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 37 регионов России. Воспитанница Одинцовской спортшколы Олимпийского резерва Мария Сидорова в плотной борьбе завоевала второе место на дистанции 50 метров. Это отличный результат. Спортсменка принимает поздравления и продолжает тренировки.